машина сломалась. Я сломался, я стою на аварии. Можно толкнуть, давайте. У вас машина сломалась. И что? Вот именно, как раз, что она там, так, знак стоит. Мешать проезду. Как не? А я здесь не мешаю. Можно толкнуть туда, и все. А здесь чем я мешаю? Ходи к моей частной собственности, я тебя сейчас забью, понял? Ты мне будешь платить нахуй за нее, понял? А ты подходишь к машине, которая не твоя, ты видишь? Иди сними, что она на аварии, я на вас нахуй дам, понял? Я тебе сказал, налепишь, я тебе Перепаркуйте машину. Это моя частная собственность, не то твоя. Ты купи ее сначала. Ты купи ее сначала. Ты купи, ты вот пешком ходишь, ходи пешком, понял? Я тебе... Чё, блядь? Вот ты туда залезешь, чтобы на своем драгулете на мотоцикле, понял? Где-то что-то далеко, я на нем не стою. Это вот молодые люди меня поставили. Сейчас я юбочку заклею, слышишь? Ты что такое? Вот это что? Вы ваша машина сломалась, нормально? Вы сами сказали. Я тебя стою. Вообще ему права-то надо ему отобрать, нет, у него по-хорошему. Никогда ему не давать. Ему на велосипеде даже ездить нельзя. Вот как вот теперь? Как вот теперь? Мазаев Дмитрий Викторович. Здравствуйте, штраф в размере 100 рублей будет вынесен. Все, спасибо. До свидания. Вы что там снимаете? Скажи ему. Да, здесь вот люди перестраиваются, чтобы повернуть. Так тебе, еще раз попробуй. Положишь мне на это, на машину. Я тебе кто тебя заставил на сот на час на сотки платить? Камеру гриву. Успокойся. Камеру. Успокойся. Да не было. Значит, держи, снимай. Кто тебе заставил на час на сот? Я твою рубашку трогаю? Успокойся. Рубашку трогаю я? Успокойся. А его рубашка мешает только ему, она мне не мешает. А мне она мешает на частную собственность. А я не мог не крутоваться с вами. Я говорю, я тебе хорошо. Приду домой, раздену тебя, и твои трусы буду трогать. Ну не надо, пожалуйста, Трусы буду трогать. Трусы мои, да. Знаете, чтобы он не мешал. Позвучим снять, кто это? Это нарушитель. Кто, работник прокуратуры, правильно я понял? Да, работник прокуратуры. Я вам говорю, я сейчас сижу в прокуратуре. Вы знаете, в Кировском районе Иванченко. Откройте, пожалуйста. Я вам показываю, вы покажите свой нагрудной знак. Вот посмотрите. Так, Абдул Муслимов, Рамзан Абдулович. До свидания. Товарищ. До свидания. Сотрудник прокуратуры. До встречи. У вас какие вопросы? Прекратите снимать, пожалуйста. Нет, вас мы имеем право снимать на видео. Я все понимаю, имеете полное право на это. Снимайте. К нам не подходите, мы вас я не снимаем. Я сколько раз уже был в этом интернете, мне уже устал сам на себя смотреть. Еще раз здравствуйте. Вы уедете? Мужчина. Вы уедете? Я серьезно говорю? Я жду человека, мне надо... Вы посреди... А вам нахать? Все хорошо, не вопрос. Вы посреди дороги стоите. Какой дороги посреди? Вот этой дороги. А что тебе не нравится? То, что посреди дороги стоите. Ну и что? Как ну и что? Пошел нахуй! Чего вы ругаетесь-то? Мы вас попросили, вы отказались. Да пошел ты нахуй! Чего ругаетесь-то? Пошел нахуй! Не ругайтесь, не ругайтесь. Да пошел ты нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Подойди только! Я тебе сейчас яйца оторву, понял? Вот. Ты что, не хватает что ли? Проблемы какие-то? Да, возьми себе. А я его снимаю.
Мы сказали камеру убрать, ты не убираешь. Давай, ты сказал машину убрать, нахуй. Нихуя не убираешь. Камеру не трогай. Нормально, что снимаешь? Без камеры уйдешь. А что он снимает? Что снимаешь? Я тебе сейчас сфоткаю, в туалет повешу. Ты, блядь, по кайфу тебе будет. Что снимаешь камеру? Сюда я буду, если, короче, так на кого-нибудь пойдет. Все хорошо. Снимай. Я ему не верю. Я закону верю, а не ГАИ. Я закону. Покажи мне книгу, пожалуйста. Я тебе сказал, братан, короче. Если ты мне показываешь. Все, давай. Это в интернет пойдет, я сразу говорю. Это в интернет пойдет, я тебе сразу говорю. Я тебе сказал. Да не вопрос, это в интернет пойдет. Все, это да. Салам алейкум. Дальше. Какие проблемы? Все, вы уехали, все.